За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 123 сообщения о происшествиях, из них 3 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 94 административных правонарушения, в том числе 68 нарушений правил дорожного движения за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. К ответственности привлечены 12 человек.